Я приехала в магазин, который находится по адресу Одинцово, Озерная, 115. Светофор, который в Одинцово на Озерной находится, вот, видите адрес, Озерная, 115. Здесь как ориентир Бургер Кинг. Вот там у нас есть оптовая база, там вещи всякие тоже, продукты. Здесь большая стоянка, вон там Минская дорога, Минское шоссе. Здесь огромная стоянка в два этажа, напоминаю, в два. Вот здесь верхняя стоянка, которая прям наверху находится. И внизу еще под землей большая стоянка. Вот такая входная группа. Я приехала рано утром, поэтому практически никого нет. Застала специально, чтобы поснимать. Здесь много касс. Заходим обозревать магазинчик. Он самый большой по России, напоминаю. Самый большой. Я его очень люблю. Он находится рядом практически с домом. Я обожаю в нем ходить. Широкие ряды, тележки помещаются. Много всего здесь, конечно. Огромная площадь. Вот я вам так вот обведу, чтобы показать. Ну и, естественно, походим по рядам. Покажем, какие продукты здесь есть. Здесь самый большой ассортимент по всей России. В этом магазине вы найдете все то, чего не найдете в других магазинах. Вот я приближаюсь как раз-таки к хозяйственному отделу. Здесь, смотрите, наши обожаемые сковородки, которые я отдельно прям прорекламирую. Обязательно. Уже есть отзыв подписчиков. Она точно отличная. Стоимость всего лишь, сами видите, 669 рублей. Тут у нас всякие ковшики с крышечками, что тоже очень удобно. Кастрюльки, сковородочки. Смотрите, вообще сотейник. Сотейник 26 диаметр. Смотрите, какой хороший. Прелесть вообще. Ручка съемная, представляете, на кнопочке. Замечательно. 343 рубля. Вот такая вот. Такая вот кассероль называется. Летая 24 сантиметра. 742 рубля. Вот с такими вот ручечками. Видите? Достаточно тяжеленькая такая. Тут у нас наборчик алюминиевых антипригарных трехслойных сковородочек. Смотрите. Все со съемными ручечками. Здорово. Вот так. Всего лишь 1218 рублей. Тут у нас тарелочки. Ну, тарелочки я вам уже показывала много раз. Отдельно вот так вот покажу. Большие блюда. Посмотрите, какие красивые в двух цветах. Зеленый и синий. Вот это вот блюдо сервировочное я очень люблю. 259 рублей. Большое. Можно и мясо положить на стол. Красивый салат какой-то. В общем, вот так вот здорово. Очень все аккуратно. Молодцы. В коробочках. Все везде. Ценнички есть. Кружечки новые привезли. Смотрите, какие кружечки. Красивенькие, крупненькие, 370 миллиграмм, достаточно большие. Вот такие стаканчики, бокальчики. Мой любимый бокальчик, я прям люблю его. Хорошенький. В пивном магазине стоит в 3 раза дороже. Так, ну вот это вот я вам контейнеры показывала. 5 контейнеров под крышечкой. Все разных диаметров. Вот их много, все с крышечками. Очень удобно. Тут у нас дальше вот такое сервировочное блюдо, стеклянная рыбка. Я его тоже обозревала отдельно. У меня есть отзыв. Такое большое, посмотрите, вместительный салат. Селедку под шубу сюда шикарно положить или мимозу. Вообще супер. Ну и наши любимые. О, кстати, смотрите, жаровня чугунная. Ух ты, с двумя ручками. Представляете? Ох, она какая тяжелая. Прям в ней готовить одно очарование. Вот, ну и наша любимая воковская сковородка, которую тоже есть отдельный отзыв. Смотрите, шикарная. Другие магазины из других регионов, подписчики спрашивают, почему у них нет таких сковородок. Ну, на это я вам не отвечу. Смотрите, а в нашем светофорах, не только в этом, в других светофорах тоже есть. Очень шикарная сковородка. Тут рядочки. Майонезик стоит, я вам тоже показывала. Очень дешевая цена, 99 рублей на перепелиных яйцах. Всем известный майонез Рика, большая пачка. Всего лишь 99 рублей. Тут у нас конфеточек. Очень много разных конфет. Невероятное количество. Вот так вот потихоньку вам пройду, покажу. Примерные цены. Можно всегда зажать, поставить паузу, зажать, посмотреть, что есть в ассортименте. Если кого-то что-то заинтересует, я всегда могу купить что-то себе, взять на обзор, попробовать, надкусить, понюхать, испробовать, испить и съесть. Вот такие вот ряды с конфетками. Здесь очень много рядов. Здесь, по-моему, 4 ряда. Я еще не дошла. Вот только по первому иду, где конфетки. Вот там я вам покажу еще 2 ряда. А сзади еще 1 ряд. То есть здесь прям много-много всего сладкого. Кофе, чай. Очень дешевые цены. Смотрите, доступны домой, на подарки.
куда-то. Сейчас 23 февраля, может быть, учителям каким-то, мужчинам. Вот много всего. Вон, смотрите, какой палет с кофе, который Якобс, его берут постоянно, поэтому он есть всегда. Вот такой большой ряд, где куча, много-много разнообразных печеньев, пряников, сдобы. Вот такие коробочки, смотрите, корзиночки с вареной сгущенкой. Вот. Вот, посмотрите, какая прелесть. Вкусное все, свежее. Здесь быстро все разбирают. Вот эти вот я люблю печенюшки. Я их вам показывала с лимонной начинкой. Очень вкусные. Вот такие печенюшки здесь. Много, прям невероятное количество всяких бисквитных, песочных. В общем, много-много всего. Зефиров, пастила, чипсики. Тортики даже маленькие есть. Смотрите, тортик всего лишь 63 рубля стоит на выбор. О, вот такой маленький, разных вкусов. И карамельные, и сливочные, и шоколадные. Какой хочешь. 63 рубля вообще копейки. Ничего так дешево не стоит. Смотрите, какие-то полезные зерновые вот такие булочки стоят они. Вот, с семенами тыквы, подсолнечные, 158 рублей. Целая коробочка. Ну, всем известные Барни, их не стоит рекламировать. Просто хочу напомнить, сколько они стоят в Светофоре. Таких цен вы не найдете в других магазинах нигде. В этом рядочке от кассы, вот отходя, второй, там третий ряд примерно. Здесь у нас много всяких тарелочек. Ну, в общем, хозяйственный ряд. Эти баночки великолепные. Я от них тащусь, прям наборчик из двух штучек. Тут же у нас масленочка за 171 рубль продается. Я ее отдельно тоже вам снимала. Вот эти блюда сервировочные, красивые, такие белые. Посмотрите на подарки. Тоже купить не стыдно, даже приятно. Вот такие красивые, да? Смотрите, замечательные. Вот у нас тут ряд с такими, так скажем, стаканчики, тарелочки. В общем, все для дома. А тут у нас ряд с соками на обратной стороне. Соков всегда очень много. Они очень вкусные. Я прям очень люблю гранатовые. Кому-то кислый кажется, кому-то сладкий. Ну, гранатовый должен быть кислым. Это же гранат все-таки. Вкусный, полезный сок. И главное, что стоит всего лишь 32 рубля копейки. Тут энергетические напитки за 31 рубль. О, тыквенный нектар. Очень вкусный. За 51 рубль осталось очень мало. Приезжайте, берите. Тут уголочек у нас ряд с химией. Здесь у нас, смотрите, что есть. Отбеливатель, пятновыводитель. Если кто брал, дайте обратную связь. Интересно даже, потому что фирма Мистер Бес достаточно известная. Стоит 48 рублей всего лишь. Дальше. Детский порошочек. Автоматическая ручная стирка. 121 рубль. Весистый пакетик. 3,6 килограмма весистый пакетик. Тут у нас море прокладок для девочек, которые очень нужны. Там у нас подгузнички, трусики, салфеточки, туалетная бумага, ватные диски. Есть это всегда в продаже. Приезжайте, выбирайте. Напоминаю, подгузники, посмотрите стоимость. Вообще 40 штучек, 363 рубля всего лишь. Тут у нас вот эти полотенчики для кухни, которые очень, салфетка универсальная называется, для сухой влажной уборки. Очень хорошая штучка. Вот такой вот ряд хозяйственных принадлежностей. Идем дальше. Не устану рекламировать средства для прочистки кондиционных труб. Все известную Золушку, которая продается 6 пакетиков всего лишь за 71 рубль 27 копеек. Можно прочистить несколько сразу. На всякие масла антифризы. Антифризы 285, масло моторное, достаточно дешевая цена за 4 литра, 676 рублей. Знаю, так как я все-таки автомобилист, как-никак, что масло за такую цену вы точно нигде не купите. Здесь поворачиваемся, зубная паста всего лишь за 54 рубля. Колгейт всем известный, большая упаковка. Очень выгодно. Тут у нас уголочек со всякими шампуньками, дезодорантами, кондиционерами, мылом для рук, которое тоже у меня есть отдельный обзор на это мыло замечательное, которое хорошо моется, пенится, не пахнет резко и хорошо смывается. Тут у нас ополаскиватель для рта. Вот, ну, я думаю, что это всем вот такой вот ромашковый, всем известная штука, полоскать ротик. Таблетки для посудомоечных машинок, шампуняшки, мыльца,
чистящие всякие средства, кремы для рук. Вот такой вот отделец. Везде есть ценнички, все лежит в коробочках. Такой вот такие ароматические гелевые шарики появились. Коробочки с разными запахами. Стоят они, значит, 96 рублей. Вы знаете, что в магазинах это стоит гораздо все дороже. Цитрусовый микс, лавандовый букет, тропический рой. Всего лишь около 100 рублей. Пробегусь по холодильничкам, все очень аккуратно, черничка всегда есть наличие, стоит 401 рубль. Ягодка к ягодке я брала, обязательно выставлю что-нибудь, что приготовлю. Здесь клубничка замороженная, 165 рублей, тоже шикарная, красная, я вам ее покажу, да я ее показывала. Вот она распасована прям, там не льда, ничего, красненькие клубнички, замечательно, все взвешено. Здесь у нас холодильнички со всякими блинчиками, сырничками, уточками, даже свинина на кости вот есть, в морозилке лежит, тоже можно выбрать. А там у нас уже всякие пирожки и тесто, кто готовит. Пусть в холодильничку, здесь котлетки у нас, полуфабрикаты рыбные, магор куриный с сыром. Тут у нас крыло куриное и заморозки, окорочка, набор для борща, надо же, видите, какие штуки вот есть. Вот, судя по тому, что разобрали, осталось мало. Видите, всего лишь 59 рублей стоит. Здесь у нас уточки. Тут у нас крыло, филе куриное, печенюшка. Ну, в смысле, печень свиная. Вот, смотрите, какие хорошие куски. Прям в вакууме замечательные. 135 рублей килограмм стоит. Приезжайте, убирайте. Крыло утки стоит 70 рублей всего лишь. Вообще смешная цена. Можно и супчик сварить. И кто-то может так вот косточки очень любит пососать. Стейки, индейки, 194 рубля 70 копеек. Сырники, пельмени. Пельмени, цены разные. Тут у нас сразу я перейду вам. Рыбка. Рыбка лежит упакованная. Везде с ценничками. Если кто не верит, можно перевесить. Я брала, готовила из форелька, по-моему, кижуч, что-то, я не помню, киту. Я много какую рыбу брала, много готовила, и форель, и треску, и что я только не делала. Светофор, по-моему, всю рыбу перекупила. Вот так она лежит, везде все ценники, все есть. Мой любимый холодильник с овощами, очень люблю их делать на полу. Фасоль вот эту стручковую, она стоит 219 рублей, 2 килограмма, напоминаю, целый мешок стоит. То есть это цена не за килограмм, а сразу за 2. Мешочек, все прям очень хорошо. Там опять у нас клубничка лежит. А еще есть брусника. Быстро размороженный, килограмм 332 рубля. Тоже ягодка к ягодке, все целое. Никакого льда, ничего. И тут же мороженка, 48 копеек. Вот такая большая коробочка. Стоит 123 рубля всего лишь. Таких цен в магазине нет. У нас в холодильнике мясные рядочки. Здесь много всякого мяса, запеченных крылышек, копченых. Вот всякие вырезка свиная. Там у нас сырочек и молочка. Очень всего много. Рулечки всякие. Можно вкусности набрать. Готового, сырого для готовки. Всего чего угодно. Отделец с одеялками, подушками, на матрасниками. Здесь много всего. И подушки разных размеров, и одеялки разных размеров, разные цены. Видите, что цены совсем всегда доступны. И таких цен точно ни в каких ритейлах вы больше не найдете. Нож на рынке и подавно. Вот они, подушки, большой. Прям можно распаковать, выбрать, пощупать и купить. Панталеточки женские есть разных размеров, от 36 до 41. Резиновые, кому-то бассейн, кому-то на дачу. Легкие, удобные, разных цветов. Тут у нас ряд всякие автомобильные и хозяйственные товары домой. Вот фен, который стоит 391 рубль всего лишь. Лампочки, термосы, всякие силиконовые смазки. Смотрите, стоит 80 рублей. Она нужна не только для машины. Может быть, дома у кого-то дверь, шкаф скрипят или еще что-то. Удлинитель на катушечке 20 метров, стоит 637 рублей. Вот такая мать. Переноска 320 рублей стоит. Смотрите, какая большая. Вот покажу вам ее отдельно. Вот она. Видите, лампочка туда вкручивается. И такая 15-метровая. Осталось ограниченное количество кресел-мешков. Посмотрите, по 1127 рублей. Осталось, по-моему, здесь 3 мешка, и на кассе один лежит. Поэтому, пожалуйста, приезжайте, забирайте. Для садовников и любителей что-нибудь выращивать на огороде. Напоминаю, что в светофоре есть земля, но осталось ее уже гораздо меньше с прошлого раза, как я снимала. Вот, совсем прям немножечко. Вот, видите, поэтому, пожалуйста, выбирайте, приезжайте. И даже удобрение, которое я снимала за 125 рублей, я не знаю, пробовали еще, как бы зима, не знаю. Ну вот, его тоже подразобрали.
У нас консервный ряд, всякой рыбки много. Тоже стоит все в коробочках. Везде есть ценники, печень минтая и всякий плов по-узбекски. Вот много-много всего здесь. Вот прям много мяса, цыплят. Тут у нас консервные баночки, лечо, баклажанчики, горошек, огурчики соленые. Много всего. Ряд вот консервных баночек. Здесь вот много, большой выбор. Соусы, помидорчики, огурчики, черника перетертая, шампиньончики, которые снимали, мы показывали рецептик с них. Здесь вот фасолечка, то есть много всего. Там у нас рядышком прям отдел кошачий-собачий, всякий силикогель, корм сухой, много-много всего. Тут пюрешки детские, кашки детские, соусы, лечо, горчица. Вот такие вот, вот такой рядочек вам пройду, покажу. Вот тоже везде ценнички есть, семечки жареные. Вот здесь мак пищевой, девочки любят печь. Аж целых 200 грамм за 119 рублей. Пшенная крупа, стоит она всего лишь 29 рублей. Представляете, в пакетиках, что очень легко готовить. Вот, тут оливочки, стоимость всего лишь 54 рубля вообще. А здесь у нас отдел приправ, всякие смеси перцев, смеси разных пряностей. Вот, кто любит готовить, много-много всего. Супчики разные, гороховые, харчо. Вот так. А тут уголочек для любителей сухофруктов. Посмотрите, сколько все это стоит. По 500 грамм пакетики. Вот фундук очищенный. Посмотрите, 371 рубль. Тут же миндаль очищенный. 500 грамм, 365 рублей. Где вы видели такую цену? Смотрите, я брала, он вкусный. Ну, когда его много, с ним его даже не жалко сготовить куда-нибудь, не только есть. Вот грецкие орешки, смотрите, 500 грамм, 247 рублей. Тут же финички сушеные. О, финик, 96 рублей целый килограмм сушеных фиников, представляете? Объесты можно. Для тех, кто любит здоровое питание, вместо сахара употребляет сухофрукты, пожалуйста, любой выбор. Курага, изюм, чернослив по 274 рубля, очень полезная штука. Вот такая смесь компотная, 174 рубля. Посмотрите, какой пакет компотной смеси. Смотрите, вот здесь прям целый состав можно посмотреть. Видите, вот такие штуки.